Волшебного утра, дорогие друзья! И всем, кто проснулся, всем, кто улыбнулся, здравия, отличного настроения! И мы начинаем нашу смехоэнергию. И начнем мы с того, что мы возьмем глубокий живот, вдох благодарности, счастья и ароматом этого утра, успешного утра, классного утра. Вдох, животик набрали, задержали. И выдох, потянулись, потянулись. И еще раз такую охапку свежести, вдох. Задержали, задержали, задержали. И выдох. И представили аромат морского бриза, вдох. Задержали, задержали, можно животик погладить. И выдох. И для тех, кто сегодня на энергии, хочу сказать, что мы включаем целый комплекс разнообразных техник. И каждое занятие, они у нас разные, потому что в одну все не поместится. И основополагающее – это йога смеха. Йога – это про дыхание. Поэтому мы включаем много именно дыхательных практик. Потому что это целая наука, гелотология, наука о комплексном воздействии смеха на наш организм. Поэтому относимся к нашим смехозарядкам именно как тренировки, как да, мы прокачиваем наши легкие, мы увеличим работу лимфы, мы увеличим кровоснабжение наших органов кислородом, потому что когда мы начинаем заниматься, у нас интенсивно, да, река, кровь, наша река жизни несет кислород ко всем нашим органам. Это профилактика деменции, инсульта, инфаркта и многих других заболеваний. А также это фейсбилдинг, поэтому мы уделяем этому внимание, да. И когда человек смеется, то у него всегда щечки поднимаются наверх, и он прокачивает, да, прокачивает свои мышцы в сторону молодости, в сторону радости. Да, наши тренировки – это обязательно, это эмоциональный интеллект. Да, что такое? Иди сюда. Иди сюда. И наши тренировки, они служат миру во всем мире. И вот с вами захотел поздороваться, да, наш вот такой вот малыш, да, вот ушастенький, да. И мы сейчас посмеемся вместе с ним, да. Когда мы с ним гуляем в парке, некоторые люди спрашивают, а кто это? Да, то есть я удивляюсь, наверное, не очень видно, что это собачка, потому что у него уши длинные, как у осла, он такой прям эксклюзивный. Да, мордочка у него, как у летучей мышки, да, когда он кушает, у него пузико вот такое вот, как у лягушонка, хвостик у него, как у У поросенка. вас звука нет, звук исчез. Звук есть, проверьте, Нет, проверьте у себя, перезагрузитесь. Да, тельце у него такое горячее, нежное, бесшерстки, как у ребенка. Да, вот такой вот он, вот смешной, любит купаться, да. Хорошо, иди гуляй. Да. Ну и сейчас мы с вами вспомним правила смеха. И первое правило смеха – это то, что мы дышим животом. На это почему-то мало кто обращает внимание, но йога – это про дыхание, да, пранаяма. Поэтому делаем вдох, и смотрите, плечи опущены. То есть, если не смотреть на живот, то даже не видно этого вдоха. Да? Потому что мы не так делаем вдох. Нет, плечи, грудь опущены, у нас вдох набирается именно живот. Всем же слышно, да? Вдох. Задержали. Выдох. Животик втягивается. И еще раз вдох. И животик втягивается. Вот мы следим за дыханием. И в первую очередь животом. Да? Дальше мы одеваем наши улыбки. И у нас в йоге смеха есть три основных инструмента. Это смех, да, как инструмент, это откашливание как инструмент, и это звукотерапия, пропевание гласных звуков тоже как инструмент. И во всех этих инструментах у нас одни и те же правила. Мы делаем все с улыбкой, мы делаем на букву А, начинаем, потом уже в конце мы прокачиваем другие звуки, да, и самое главное, чтобы через широко открытый рот громко шел длинный-длинный выдох.
Почему это нужно? Потому что когда мы полностью освобождаем от кислорода наш организм, да, полностью выдохнули, тогда наши легкие, как два парашюта, широко распахиваются. И вместо 1 литра мы берем уже 4 литра кислорода. Именно поэтому йога смеха – это еще пусковидная реабилитация. Ну, хорошо. Давайте мы сейчас возьмем два наших смеха мешочка, да, образно представляем, берем, включаем нашу метафизику и на букву А вдох и громко. Звука нет, а мы еще продолжаем, продолжаем, продолжаем. Продолжаем. И громко. Еще. Широко, широко открываем рот. Давайте проверим, сколько у нас косточек поместится. Чем шире, тем лучше. Вот, именно смеемся, чтобы у нас больше воздух выходил, да? Если кому-то в процессе нужно откашляться, обязательно это делайте, да? Давайте немножечко откашляемся с утра, потому что, ну, прям организм требует этого, да? Давайте вдох. Так, молодцы. И еще раз теперь вдох глубоко. И добавляем тело в дело. Танцуем. И наливаем наш коктейль радости, радугу счастья, а сюда здоровья, жизнерадостность, энергию и мешаем. На 4 счета. Берем наш кубок, размешиваем, смеемся и пьем. Тянемся, тянемся, тянемся. И сейчас будем срывать плод изобилия. Да, тянемся. Позвоночек вытягиваем, вытягиваем. Выше растем. Мы в росте, мы в потоке. Выше, выше, выше тянемся. И сорвали. Чистим. И кушаем, и смеемся. После еды мы идем чистить зубы и берем наоборот не в правую руку, а в левую руку, да, щетку, пасту выдавливаем, и начинаем чистить. А это смехопаста. Набираем водичку и еще раз набираем стакан водички. И идем в душ, идем в душ и включаем водичку. Она холодная. Быстрее, горяченько.
берем смехомочалку, смехомыло. Так, хорошо, хорошо, намыливаем и начинаем растирать, да, смехомочалкой смеемся. И хорошо, хорошо себя так массируем, тело, да, жестенько так, хорошо. Так, вот эту точечку лидера, да. Хорошо растираем. Под мышками очень важно вот эти мышцы задействовать, чтобы здесь не было никаких застойных явлений. Поэтому очень важно тоже здесь массировать. Да, и подальше вот здесь. Да, эти все залежи ненужные разминаем. И со смехом прощаемся, да. И нашу холочку хорошо-хорошо разминаем, как тесто. Да, вот так, чтобы тоже все было здесь ровненько, гладко, чтобы спинка была гибкая. Да, убираем, никаких залежей, никаких холок нам не нужно. Да, попростукиваем, да. Так, здесь. Да, тоже смеемся. Ножки, ножки обязательно, да, снизу вверх, да, вот так, хорошо, хорошо. Вот, долой целлюлит, говорите, мое тело молодое, мое тело красивое, мое тело стройно. Все, что вы делаете, делайте на улыбке, с позитивом, с добрыми словами, да, можно и кулачками. И ребрышками, да, хорошо попростукивали, похлопыванием, пощипыванием, разминаем, растираем. Вот такие разные виды массажа делаем. И, конечно, на животик снизу вверх. Вот так, как в водичку, когда заходим в море, в реке, да. И многие знают, что вот так делаем, похлопывающе наверх. И смеемся, и качаем наш пресс. Друзья, я когда говорю, а вы смеетесь, просто я еще объясняю, а вы обязательно все делайте со смехом, хорошо? И у нас будет результат в 3 раза больше, чем если просто делать массаж, да? Поэтому обязательно напрягаем пресс, работаем, удаляем лишние калории, лишние килограммы, да? Обозначаем талию, да? Хорошо. И раз, два, давайте бедрышками немножко поработаем. Раз, два, раз, два. Раз, два. И навстречу правое колено, левый локоточек. И раз, и два, и три, и четыре. Через круглую спинку раз прогнулись, и два прогнулись, и три, и четыре. И теперь раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Круглая спинка, прогнута. Круглая. Помните, как на стульчике мы делали? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. В сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Видите, грудная клетка. У нас чистая грудная клетка работает, не таз. И по кругу грудная клетка пошла. Таз на месте. И в другую сторону. А теперь у нас чисто таз работает. Да. И в другую сторону. И теперь добавляем полностью. У нас работает весь корпус. И что мы не забываем? Конечно, смеемся, да? И в другую сторону. Хорошо, хорошо. И теперь давайте вспомним, как мы приседаем и немножечко наш плечевой сустав разработаем на спинку стула. Ставим ручки на спинку стула. И сколько можем, приседаем. И смеемся, да, плавно, сколько можем.
Да, и несколько раз. И мы сразу тут нескольких зайцев убиваем, да? У нас разрабатывается плечевой сустав, чтобы он был более гибкий, чтобы спинка была более стройной, чтобы плечики наши лучше были разработаны. Ну и, соответственно, мы приседаем. Приседание – это очень важное упражнение, которое каждый должен делать, ну, регулярно. Да, чтобы наши ножки были крепкими, стройными, чтобы попки были подтянутыми, чтобы уходили лишние калории, чтобы мы были сильными, ловкими. Хорошо. И теперь так встали, спинку прогнули, ножки прямые и прокачиваем себя вниз. Да, и со смехом, потому что смех обезболиватель. Каждый раз мы становимся более гибкими. У нас сейчас растягиваются ножки, да. Вот, голова вверх, спинка прогнута. И хвостиками повиляли. Повиляли хвостиками. Хорошо. И сейчас давайте разотрем наши ладошки. Наши ладошки, да. Так, разотрем. И немножко позанимаемся нашими пальчиками. Мизинчики. Так, мизинчики на месте, теперь только безымянные пальчики, средние, указательные и большие. В другую сторону указательные, средние, безымянные, мизинчики. Хорошо, мизинчиками, безымянными, средними, указательными, большими, назад указательными, средними, безымянными и мизинчиками. Давайте похлопаем так, чтобы к нам все, что мы хотим. Здоровья, денежка, рада, чтобы все прилипало. Международная читалочка. Хо, ха-ха-ха, хо, хо, ха-ха-ха, хо, хо, ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо, да, лучший день, лучший день. Да, потянулись, потянулись, потянулись. И смотрим на пальчик. Палец идет вправо, и мы голову не поворачивая следим за пальчиком. Так, палец ушел далеко к носику. Пальчик уходит в другую сторону, мы глазками следим за ним, голову не поворачивая. Следим, следим, следим. Пальчик уходит далеко к носику. Посмотрели в окошко далеко, далеко, далеко. Нашли там где-то дальнюю-дальнюю точку. И на пальчик посмотрели. Еще раз посмотрели далеко, далеко, далеко на дальнюю точку. И на пальчик посмотрели. Растерли ладошки и прислонили глазком. Немножко понажимали на глазки. Поморгали, быстро, быстро, быстро поморгали. И теперь по кругу глазки. Круговые движения. Добавляем смех. И в другую сторону. Хорошо. Дыхание. Делаем вдох. Через одну ноздрю. Закрываем другую. Выдох. Через эту же ноздрю вдох. Отпускаем другую ноздрю, выдох. Вдох. Закрываем. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И насос сейчас длинно-длинно, сколько мы качаем, мы делаем выдох. Вдох, животик. И... Звука нет.
Мы беззвучно качаем. Еще раз вдох. И... Хорошо. А теперь то же самое, только откашливаемся. И в конце также беззвучно до конца откашливаемся. И захочется, можно в смех переходить. Вдох. И... Еще раз вдох. Да, хорошо, хорошо. Так, нашу скороговорку. Ну, давайте мы сегодня... Так, во дворе трава, на траве дрова вспомним, да? Во дворе растет трава, на траве лежат дрова. И зрительно представили? И говорим, во дворе трава, на траве дрова. Приготовились и поехали. Во дворе трава, на траве дрова. 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 Получается? Так, хорошо, хорошо, артикуляцию нашу нужно обязательно готовить, чтобы каждый человек мог легко, хорошо говорить, свободно себя чувствовать. Давайте челюстями подвигаем. Пожуем, как верблюд. Языком вокруг. Это и фейсбилдинг полезно. В другую сторону. Щечки колем. Лошадку. Получается у всех? Еще раз вдох. Губки должны быть расслаблены. Звук добавляем. Во дворе трава, на траве дрова. 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 Делайте каждый в своем темпе. И теперь добавляем. Кулачок, рука. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И теперь говорим. Во дворе трава, на траве дрова. 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 Получается? Поменяли. Теперь, как в школе, руку тянем, а здесь кулачок. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве... Еще во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. И во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. Поворачиваем. Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. Хорошо растерли пальчики наши. Они должны быть гибкие. Они должны хорошо, хорошо у нас работать, чтобы не было никаких закорузлостей. Да, играем на пианино. Играем здесь низкие и низко смеемся. А когда идем на высокие нотки, высоко смеемся. Хорошо? Тоненько. Приготовились. И вдох. И... Вот так, разминаем, разминаем наши пальчики, взяли в замок и выворачиваем. Выворачиваем то, сколько может, тянем, 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 да. Тянем. Кому в процессе откашливаться надо, делать это. Хорошо. И назад вывернули и поменяли. Поменяли ладошки, тянем, тянем, тянем. Еще раз. И... Хорошо. Сзади взяли замочек, лопатки
Протянули, так вместе соединили, и вот так наверх, да. Можно немножечко наклониться, голову смотрим вверх, подбородок поднять, и ручки, да. Хорошо, да, хорошо, да. Лучший день, да. Миру мир. Да, потянулись на носочки, потянулись. А, тянемся. А теперь берем крем. Сладкий. И начинаем себя баловать. Да, вот такие гормоны радости. Очень сладко. Добавляем кислого лимончика, смеемся на «и». Чтобы все выходило. Хорошо, молодцы. И наша звукотерапия. Давайте. Каждый звук, он резонирует с нашими органами, принося им пользу. И начинаем мы с буквы А. И вдох длинный, и все делаем на улыбочке. Вдох. Широко рот открываем. Ой, вдох делаем тогда, когда уже полностью сделали глубокий длинный выдох, да? Теперь О, приготовились? Вдох. Добавим на носочки вдох. Губки расслаблены, здесь должно быть щекотно. Процессе каждый откашливайтесь, как вот слушаете свой организм. АОУ. И делайте низкие, высокие, тоже как вы хотите. Можете даже на одном выдохе менять тональности. Вдох, у. Хорошо. АОУЭ. И так, чтобы слышала вся земля, давайте как эхо сделаем. Вдох. Мы так делаем длинные, да. Вы так можете одну ноту тянуть, меняя, да, тональность. А, О, У, Э, И. Вдох. Посмеемся на букву И. Вдох.
Не так воздух выходит, как на букве А, да? Почему начинаем всегда стартер у нас буква А? Потому что и другие по-другому уже сомкнуты с губ, и уже не так воздух выходит. Но когда мы немножко размялись, мы уже можем тренировать и другие звуки. Хорошо? Звук И. Вдох. И посмеемся на букву И, да, как бабки-ёшки. Приготовились, вдох. Хорошо? А теперь все эти буквы соединим сейчас. Смотрите. А, О, У, Э, И, И. На одном выдохе. Вдох. Получилось? Еще раз вдох. То же самое делаем, только меняем на каждом звуке, меняем тональность. Где-то делаем ниже, где-то выше. Хорошо? Мы так поиграем. Вдох. И теперь смеемся на все буквы, которые мы прогрели, приготовили вдох и... Нашу водичку, и она у нас зарядилась смехом, да, нашей молодостью, и мы говорим, лицо расцветает, морщинки исчезают, да, с каждым вдохом, каждым смехом я становлюсь молодее, здоровее, моложе. Да, и говорите, вот, если что-то болит у кого-то, обязательно проговаривайте, говорите, мое сердце здоровое. Все мои органы работают безупречно. Я в активном долголетии. Я в бодрости духа, души и тела. Да. Моя самооценка растет не по дням, а по часам. Я мега уверенный лидер. Я герой, я победитель, да.
Я верю в себя, я все могу. Все мои мечты и цели исполняются, да. И, друзья, давайте нарисуем такие сердечки благодарности, отправим их друг другу в окошке открыто. Поделимся, да. И в окошко всем-всем людям этому миру. Спасибо все страны. И всем своим родным и близким, да, сердечки, даже кого нет рядом. Всем благодарствуем, всем нашим учителям, всем по жизни, кто встречался на нашем пути, кто нам принес радость и кто нам принес огорчение. Всем сердечки, да. И нашим родителям, живым, и кто ушел в мир, но и тоже сердечки благодарности за то, что они такие прекрасные, такие лучезарные, такие жизнерадостные, да. И, дорогие друзья, я желаю вам отличного дня, я желаю, чтобы ваш день прошел сегодня на лайте, да, кайфе, на драйве, на энергии, чтобы он был результативным, чтобы ваши все мечты и цели исполнялись, и чтобы вы были притягательным магнитом для успешных, классных людей, всем новых друзей, нового общения, и пусть ваш день будет мега успешным. Благодарю вас. Благодарю, Ларочка, благодарю. Благодарю, величайшая Лариса, благодарю, благодарю. Обнимаю. Волшебного дня. Благодарю всех, благодарю, Лариса. Удачи всем, счастья, здоровья, успехов. Спасибо, и до завтра в 9 утра.